Можешь куда поставить, показать? В левый угол? Угу. Пало поменять коня. Но все равно он холодный, не закрыт одна. Дайте каску по себе. А сразу ролим или потом? Окей.
280. На самом деле быстро набивается, там про сепрока за неделю можно шмотку набить. Блин, у меня на лока вот на самом деле 6 кд ни разу не выпадал кусок, ну, то есть даже паролить его там не мог. Я просто, блядь, за неделю собрал его. Это жестко, конечно. Я думал, у меня 2 месяца, это пиздец. А этот квест дали за Азерот? О, лично. Но сейчас просто упал, десятка была. Меня уронили просто. Порвался потом. Да, конечно. Да, но не на этом квесте. На шамане до этого ходил на энергию. Окей. Не, нормально идет, через спокойно протончик. Не, у меня два тут.
Я тоже дал моста кофе, блядь. Ёлку, надо спросить. Давай таунт раз нажму, ты что упал. На все похуй на камни. Ну, раз насосал, бля, и вообще там не думаешь о них. А не пофиг уже. По привычке заходишь с утра, идешь сосать. И играешь на... Вообще не знаешь, что такое закончились камни или их нету. У тебя всегда их полный стак. Он, мне кажется, давно сдох уже с палаты.
Тут ханта одевает, видимо. Ничего не хочу сказать, но это удар по вашей самооценке, как бы вас Энг на первом месте по ДПС не гонит. Ну, блядь, я в конце просто ему дал истерию, он, блядь, обогнал. Ну, нормально, все равно, молодец он. Я честно скажу, все говорят про энхов, а я один раз со мной в рейде был, пацан 239, типа что-то у него там почти там два куска с горем пополам было, и он давал 11 в каждого босса, то есть точно можно давать ДПС в таком говне, он столько урона давал. Там, конечно, весь рейд в ахуе был, ему там ебать красавчик. Ну что там, ну, блядь, если умеешь, ну, значит дает стопудово. Есть один минус, выше 11-12к энха очень тяжело разогнать в плане ДПСа. Ну блин, там чувак вообще был из говна и палок, одет, серьезно говорю, что? Прям вот мега хуево. До 11 он разгоняется быстро, а потом у него шмот набирается, а урон почти на месте стоит. Не. Давай. Ох. Хорошая реклама. Не достаю слишком далеко. Грустно звучит как-то. Да, знаю, по сравнению с такими названиями, как попадаются, так еще хорошие названия. А тут шляпы кабана, то еще какая-то фигня, блин. Посуду мыть научите? И за всем рейдом начнешь мыть. Бля. Ну да. Oh.
Да, там два налока. Ты не торопись, я у тебя сам заберу токен плеч. Если тебе не выпадет, там разберемся, договоримся. Не надо, дай последний кусок и на танк, у меня и там три пизда. Там големы в основном бьют сильно. Вроде как. Да у нас платный, да хуя похуй на голема. У меня с ним вставлен, так что припасть. Я здесь танчить буду. Погоди, я так-то в ДД здесь, сейчас спекнусь. Да-да-да, все знаю. Моя кровь станет вашей погибелью.
Инферналом дается. Нормально стоит так. Да, там он кастовать будет. Thank you.
содрогнутся и падут. Только не снова. Пойми. Тридцать секунд там будет. Кто не прожимает? Кто не прожал, блять? Серьезно? Ёбаный в рот. Да, первый раз такое. Я, Паша, пиздец на улице. У нас, короче, все, пизда. Потоп скоро будет. Блять. Я даже, блять, не бегал, не раз. Даже потому что мышкой стоял, юзал, не, он вряд ли повернулся, блин. Освободите меня, и я, быть может, дарую вам легкую Сейчас, погодите. Да-да-да, я пивас наливал, писал. Сейчас, секунду, а то у нас тут ветер сильный, да комп врубило. Кину баф. Бля, какой охуенный запах. С улицы идет. Сырости. Бля, что, у всех что ли дождь идет? Из Речицы? В одном городе. Да-да.
Хорошо. Да. Паразиты, кровососы, пейте мою кровь и захлебнитесь ею. Загружать мир. Пиздец. И санкции, блядь, и погода. Пизда нам. Поддержите кто-нибудь деньгами, пожалуйста. Ну, много. Миллионов 5. Белорусскими. Ну, если не жалко. Ну так это ж чуть-чуть. Говорится, лучше обосраться перед боем, чем обосраться в бою. А самое тупое то, что он даже раз его нежить не снимается. Хуйня игра. Я дал. Но я дал. На исходные позиции. Не рассказал?
Все-таки повернуть им спину. Он сам зачехлил, нажимал же до этого нормально. Тебе казалось, что я слаб, мягок. Так кто из нас слабее? Геру тогда не нажали. Там лок перегревает. Ладно. Я по нему дам. Раскол лок, давай. Дань. Тебе немного жить осталось. Бля, еще срутся в чате. Друга прилег и бубнил в чате.
Ой, все, гроза, надо выключать компьютер. Я шучу. Ага, о бля, о бля. Видимо, последний будет. А, блядь. Блять, не анонсите вы так по-ебаному, блять. Вот честное слово, нахуй. Нахуй анонсить, когда он еще не начал кастовать, блять. Держите, блять, на кубах люди, просто держите в таргете босса, блять, и все, блять. Что сложного? Я по-любому кружок, блять, этот ебучий рога, блять. Он просто, блять, не держал таргете и, блять, по твоему анонсу въебал, блять. Я более чем уверен, что он так и сделал, блять. Ставьте просто другого кого-нибудь. Уже какой, второй раз сливаемся в таком простом боссе, чтобы просто кубики тыкать. А, проще. Да потанчить, я могу встать на куб. Печенька, блядь, не поражал, нахуй. Пиздел в чате с другим рогом. Погнали. Более важно дело. Ну, делаем соответствующие все выводы. Что кто-то ничего не получит. Попукает. Кстати, у тебя будет какая-то хуйня с микрофона. Да, как будто контакт какой-то отходит, знаешь, циркает, так ли, как сказать. Привет. Может, хуже станет. Так, теперь нужно, чтобы все кубы прожимали. Если что-то добавим, нормально показывает. Ну, вроде как, когда вы говорили, у меня еще было обычно 10 секунд или 12. Займите хуй на ДБМ, блядь. Просто пускай, блядь, люди держат таргет.
Если ты чуть ближе подойдешь, тебе истерию дам. Что я слаб, мяг, так кто из нас слабее? Тебе казалось, что я слаб, мяг, так кто из нас слабее? Темницы содрогнутся и падут. Тебе казалось, что я слаб, мягок. Так кто из нас? Пять секунд. Вот сейчас секунда. Наебал. Пиздец. Казалось, что я слаб, мягок. Так кто из нас слабее?
казалось, что я слаб, мягок. Так кто из нас слабее? Слава Аллаху. Да ебать, все на чернокнижник. Нормально. Сейчас Денис орать будет. Блять. Там двое, Рога, Лёха и Кинопаф, они оба по 96. Ебать. Ёбаный в рот. А что ты с этой головы дают вообще? Колечки 225. Правда, там на силу нет, только на агилу, если надо. Да. Бля, Рефик, нахуй тебе этот пояс. На друидов. На одному человеку не надо? Срёт, блядь. Он мне, сука, звонил, ты дебил. А что он хотел? Сука, хп у босса. А где это, сука, звонил? Угу. Нихера себе. Да я. Ха-ха.
Но. Плечом. Плечом. Да похуй, что у нас тут, да. Я не знаю, они за сколько хотят купить. Может, кому-то не нужно. Может, хотя они захотят другой купить. Да, конечно. А это я заберу по-любому. Давай, 25, не знаю. У него есть уж. Камни на другой спек. Ты же не писал, что у тебя успех. Конечно, на мейн сначала ролят. Вот так у меня мейн демон. А камни забиты под Дестрика. Орел, еще по поводу ЦЛК, смотрю, у меня после РТ 8 ровно, как думаешь, успеем?